Yeah, yeah, what's up? New York City, baby, the finest, the best. Come to New York City, you get the best. Нью-Йорк – динамичный, энергичный мегаполис. И днем, и ночью этот город в постоянном движении и суете. Каждый видит его по-своему, а я вижу его вот так. Я много путешествую по миру, но города, похожего на Нью-Йорк, я не встречал. Потому что каждый раз, приезжая сюда, я вижу что-то новое. Я чаще смотрю на мир с высоты небоскреба, чем хожу по нему ногами. Меня зовут Виталий Раскалов, и я фотограф. Для меня это привычный ракурс на город. Но сейчас я хочу рассказать историю одного кадра, сделанного с другой крыши. I turn off red light. Yeah, it's recorded. Я выбрал это здание из-за его расположения. Оно не самое высокое на Манхэттене, зато стоит близко к реке. Получив разрешение от властей, я решил подняться на небоскреб своим путем. Я всегда хотел увидеть этот город на рассвете. Поэтому мы начали подниматься на небоскреб в 4 утра, чтобы выйти на крышу с первыми лучами солнца. Я видел много рассветов в разных концах планеты. Но этот рассвет изменил мой привычный взгляд на Нью-Йорк. Он был спокойный и умиротворенный. Открывшийся вид поразил меня. Никогда не подумал бы, что Нью-Йорк можно увидеть таким. Все это благодаря тому, что происходит каждый день. Чаще всего мы этого не замечаем. А на самом деле это очень просто. Достаточно поднять голову вверх. Fuck. Каждый раз, когда я смотрю на эту фотографию, я вспоминаю этот момент, которым хочется поделиться.